Всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и сегодня мы с вами поиграем в Копатель онлайн, и, черт возьми, я не хочу этого делать, как вы можете заметить, я записываю из браузера, потому что там справа видно, я никогда не записывал браузерные игры, мы сейчас попробуем все это сделать, и давайте введем свой ник, потому что надо ввести свой ник, я никогда в нее не играл, я просто запустил, кто-то рассказывал о ней довольно много, я не знаю ничего о ней, абсолютно ничего про нее не знаю, так что прямо сейчас я попробую, расскажу вам, что я о ней думаю, потому что многие говорят, то, что она плоха, я же не могу согласиться или опровергнуть это, потому что я сам не пробовал, а не играл, но осуждаю, это не мой стиль, так что давайте приступим, продолжить. Получение информации о серверах. Ну, давайте в мир первый зайдем, я не знаю. Так, перелотен старый. Что это такое? Магазин. Что можно купить в магазине? Пак деревянных кубов. Пак каменных кубов. Что это? Цветные кубы. А как деньги зарабатывать? Вообще, я что-то не очень понял. Это рыбы? Котейка? Собакевич? Постойте, а как деньги зарабатывать? Или чтобы купить блоки, я должен донатить? Ладно, давайте поиграем, просто посмотрим, что-то как тут. Так, новый скин Сталкер. Ух ты! Быстрая игра. Строительство. Попытка присоединиться, загрузка уровня. Сейчас мы посмотрим, что тут да как. Эта игра заставила меня установить какой-то там Unity, так что... Я надеюсь, что она не будет глючить. А, будет глючить, наверняка. Так. Далее. Далее, далее, далее. Это же Майнкрафтище. Что такое? Я не понимаю, что происходит, ребята. Я могу эти блоки добыть? Что я делаю? А, нормально все. Так, ну, знаете что? Что я сейчас испытываю вообще? Это очень странно, это явно Майнкрафт какой-то, но лично мне нравятся эти звуки. Вроде неплохо сделана анимация. Не знаю, рябит в глазах. В Майнкрафте, по-моему, она быстрее. И это не такая назойливая, что ли, если так можно сказать. Звуки неплохие. Текстурки тоже. Меня уже попросили дать денег. Лол, отлично, просто. Ну, окей, мы не получаем урона. Это просто... Это, да уж. Это напоминает... Это, знаете... Это то, что называется, как если бы, как, что происходит? Я не могу что-то мышкой ничего делать. Как сказал бы Плюшкин, он сказал бы, что добро пожаловать на европейские сервера, если бы мы играли на лицензионке, скажем, Майнкрафт, но это не лицензионка Майнкрафт, это лицензионные сервера, так что я не знаю, что мне с этим делать. Она лагает, но это, наверное, из-за записи у меня. Хотя фиг его знает. Это браузерная игра, браузерные наверняка лагают. Черт возьми, у меня Майнкрафт так не лагает. Чувак. Как открыть все инвентарь, скажем? Что это такое? Эмоции, грустнота. Ну да, я вас... Постой, что там делать вообще? Что это? Это респаун. Блин, какого фига? Я не хотел. Тут дом построил свой из каких-то блоков. Так. Линкор. Там еще линкор со мной играет. Я вчера в цивилизации с одним линкором кого-то там забомбил. Блин, у меня она лагает. За записи, что ли? Я не особо понимаю, почему, но перестаньте назад. Так, мне интересно, каким образом тут вообще хоть что-то. Так, вот. Это я, спасибо. Так, еще эмоции. Купить эмоции нужно. А блоки? Типа, чтобы мне купить блоков, мне нужно заплатить, да? Ну, как вы поняли, наверняка вы поняли это, я так понимаю. Я не собираюсь тут ничего делать, так что... То есть, оставаться тут надолго. Так что я буду, как сказать...
Не буду тут задерживаться и просто куплю блоков и... Она лагает, черт возьми. Так, инвентарь... А, вот как инвентарь включается у нас. Так у меня блоки тут были, ух ты. А это то, что я тут набил, да? Так, ну окей. Я могу вот так вот делать. Мне нравится анимация того, что тут рука как бы добавлена. То есть я вижу, что я-то своей рукой добавлю. Это невозможно просто так. Escape. Выйти. Мы перейдем в другой мир, где поменьше народу, так что, потому что я не особо вижу смысл с другими игроками играть. И поэтому я думаю, что мы сейчас просто перейдем. Быстрая игра, строительство. Попытка присоединить. Черт, я опять присоединюсь в то же место. Нет, я хочу там, где вообще никого не будет, потому что, может быть, это из-за них лагает, или просто у меня комп днище. Хотя я не уверен, что для игры на Unity нужен дофига крутой комп. Может, это просто браузер-то все-таки. Браузер-то это. Ой, давайте ломать чужие вещи. Ах ты, блин. А, и что? Теперь могу строить. Вы получили бан на этом сервере. Па-па-пам. Ух ты, блин. Меня забанили вот так вот сразу. Меня никогда так быстро не банили. Черт. Крутяк. Быстрая игра. Строительство. Что за фигня? Как меня могли забанить? Что я такого сделал? Я попытался сломать чужую вещь, но... Если она запривачена, то... Просто вот. Черт, это вин. Сколько я секунд на этом сервере вообще проиграл? Как меня могли забанить? О, ломаем чужие вещи. О, да, детка, грифелем, грифелем. Ну, потому что это копатель. Неужели я буду играть по правилам какого-то копателя? Нет, я буду ломать. Нет, постойте, мы ведь можем еще круче сделать. У меня ведь есть... Нет, постойте, постойте, так. Дерево, камень, цвет. Вот у меня цветные блоки есть, так что мы сейчас возьмем розовенький блок и застроим просто спавн вещи. Ха-ха-ха. Какой я коварный, да? Застраиваем розовый блок, который мы только что купили. Ну, вы поняли, да? Я не собираюсь в этой игре вообще что-то делать, потому что, блин, это днище, по-моему. На мой взгляд, сейчас то, что я вижу. Тут неплохая анимация, ну, блин, она браузерная какая-то. И вообще, это полный клон Майнкрафта. Потому что если я захочу поиграть в Майнкрафт, даже вот если с такими текстурками, то я просто поставлю такие текстурки себе в Майнкрафт и буду играть с этими текстурками. Вот так. Вот это вот мне не нужно. Для того, чтобы поиграть в Майнкрафт. И Майнкрафт у меня не лагает, как вот это. На Майнкрафт нужно поставить AppleFine, а на это что можно поставить? Ничего, я пойду сломаю еще что-нибудь, построю. Я буду грифлить сегодня, я снимаю для канала, я хочу показать всем, какой я крутой. Поэтому я могу ломать чужие вещи. Все ведь так делают, согласитесь, то есть. Если вы хотите показать человеку, насколько вы крутые, вы можете прийти в Майнкрафт и сломать ему дом. А что он вам сделает? Он будет вас убивать, пытаться. И что с того? Вы можете опять прийти и просто рукой долбить его дома. Это нормально. Вон там какой-то крутякус, копатель, Денис, видимо, копатель, Дэнс какой-то, ну, неважно, я буду ломать все равно все. Почему нельзя купить алмазную кирку, чтобы, не знаю, скажем, чтобы сломать быстрее, чем удобно. Кстати, я придумал, я буду делать очень смешные вещи, я буду... Да, я буду заставлять травой тут все. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот такой вот. Ой, ой, это твой дом был? Я тебя не могу убить, да? А, это очень уныло. Нет, может быть. Знаете что? Наверняка я потом попробую поиграть с другом в эту фигню, то есть, ну вот, попытаюсь хотя бы, да, то есть, ну, в кооперативчик поиграть, посмотрим, может быть, это станет весело, но нет, блоки слишком, ну, я не знаю, большие, что мне кажется, или они больше, чем в Майнкрафте, на самом деле, выглядят, по крайней мере. Ладно, я сломал неплохой домик довольно-таки, потому что, ну, я не знаю, по меркам этой игры, наверное, неплохой, потому что, я не знаю, но... Это на Unity 3D сделано, а Майнкрафт на Java, и при этом это лагает у меня. То, что на Java нет, это странно. Но это ладно, ничего страшного, я буду продолжать грифить. О, вот это да. Так, сейчас возьмем каких-нибудь говноблоков просто и будем застраивать. О, вот это то, что нам нужно. Ну, пускай стоят все равно. О, ха-ха-ха-ха.
Опа! Вот это да! Вот это гриферинг! Я просто вообще тролль 80 уровня. И что это все? Где вход? Надо войти туда, чтобы подняться на самый верх, раз грифель чертял что-то, да? Как вы думаете? Сейчас отстой. Что ты делал вообще? Почему нельзя строить под себя? По крайней мере, нам бесплатно давали природный блок, то есть мы могли из этого булыжника строить. А то я подумал, что они совсем все на донат списали. Вот такая вот лесенка у нас будет, мы заберемся туда. Я думаю, на этом закончим, потому что тут рассказывать вообще не о чем. Тут ничего нет. Тут нет мобов, по-моему, можно каких-то питомцев. Я, знаете, что я сейчас просто потрачу все свои деньги, которые у меня есть, там, куплю еще всякие фигни, настрою из этого, посмотрю, черт. Внутри должен быть подъемный... Постой, это же мои розовые блоки, нет? А, это спавн, чертов спавн. Какого фига вообще, ну, блин. Рассказывать попросту не о чем. У меня никаких ассоциаций не вызывает эта игра, кроме как Майнкрафт, но очень плохая и блиснущая копия Майнкрафта. Понимаете? Текстурки, ну блин, и в Майнкрафт можно поставить текстурки, но, по-моему, они довольно приятные. Так? Только кирка, она вообще, по-моему, с пенумбры стырена. Не знаю. Первое, что приходит в голову, когда я смотрю на эту кирку, это пенумбра. О, на боках остается. Сразу несколько блоков повредить. Понятно, я должен думать, что здесь что-то прикольное. То есть можно как-то там повредить несколько блоков, он сразу сломать, пока кто-нибудь идет по нему. Ну ладно, тогда просто попытаемся забраться сюда. Сам по себе, ну, как мы двигаемся, меня не очень радует, потому что мы не можем заглядывать за угол. О, черт. Давайте просто купим еще что-нибудь, что тут есть. Инвентарь, животное, купить. 150 у меня осталось. Ну ты, блин. Ну что так дорого? Курица. А, нет, тут есть инструменты. Смотрите, лучшая кирка. Но все равно двойной рот. Быстрая расчистка местности позволяет копателю летать. Двигаться быстрее. Эмоции дополнительные. Мемфейсы. Ух ты! Это просто божественный донат. Нет, даже цветочки можно. Ну-ка, давайте-ка купим цветы первого уровня. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Так, предметы, блоки, цветы, нет, растения. Ну, блин, в Майнкрафте тоже есть цветы, и что? О, их можно сломать. Да что за бред? Давайте еще что-нибудь купим. Просто будем смотреть, что тут вообще есть. У нас не очень много денег осталось, так что... Карты. Вау, плоская карта. Карта с пустыни, карта с... Ох, как это все знакомо. Это реально полная копия Майнкрафта, а так как Майнкрафт у меня есть, я не вижу... Дай... Сметник. 5 алмазов. Понимаете, так как у меня есть Майнкрафт, то я в принципе не вижу простая кровать. Ну давайте купим ее. Да? А, блин, у меня две кровати уже. У меня денег-то уже нет. Корзинку куплю еще. Ну, блин, это просто обалденно. Так, предметы, кровать. И зачем мне ее устанавливать? Вот, о, я могу на ней лечь. О, да, это просто мечта. А если я сломаю, она мне добавится обратно? А, блин, надо было ее взять. Да. Давайте еще одну поставим, да? Установить, а потом обратно взять. Да. А у кошки нам зачем? И что? Блин. Короче, говоря, на этом я думаю, что мы закончим, потому что это просто вот. Это будет дно. Ну это и так, ну а будет, потому что еще я это записал. Ну я не знаю, я не понимаю людей, которые играют в это, потому что
Даже если у вас, даже если вы не хотите покупать Майнкрафт, его можно скачать. Но это будет все равно лучше, чем, по-моему, играть в это. И тут еще какая-то валюта есть, ее можно задонатить. Зачем донатить в копателя, если вы можете отложить денег и купить Майнкрафт опять тот же? Вот этого я тоже не понимаю, честно говоря. И, короче говоря, это все равно, что у вас есть выбор. Вам дают бесплатно два джойстика. Один из них настоящий, да, вот геймпад 360. Другой из них китайский. Они оба бесплатные, я не буду говорить о том, что их можно еще и купить, потому что здесь донат, Майнкрафт уже денег стоит. Скажем, они будут бесплатные, да? И потому что пиратские, да? И вы выбираете вместо нормального геймпад джойстика, вы выбираете китайский, у которого перепутаны буквы и нет одного аналога. Вот так вот. Вы выбираете его. Я не вижу смысла. И я слышал, что некоторые говорят, что тут графика получше. Но чем? Ну блин. Это тот же самый Майнкрафт. На Майнкрафт можно поставить текстурки. Но если вы говорите о том, что тут не все квадратное, тут есть круглые корзины, ну это тупо. Потому что графика это ведь не самое главное. То есть я, конечно, говорил про Моровит, что графика стоит, но геймплей был не лучше, понимаете? А в Майнкрафте есть интересный геймплей, интересный исследование. Давайте я просто буду копать вниз, и мы посмотрим, что там внизу. Потому что там просто наверняка будет дно земли, да. Мы докопаемся до днища в копателе. То есть мы найдем днище. Окей, давайте посмотрим. Это очень плохая копия Майнкрафта, и что странно, ее сделали не китайцы. Я видел китайскую копию Майнкрафта, она называлась, не помню как, и по-моему она называлась Cube World, но не тот Cube World, который сейчас вышел, да, вот Cube World, ну вот китайский Cube World именно, да, там было неясно, там были разноцветные светящиеся блоки, они были, это даже не блоки, это были не пиксели, это были, по-моему, просто вот блоки, состоящие из одного цвета, не помню как это называется, но вот это было так, но оно выглядело довольно играбельно, неясно. Хотя это была копия, но в ней было добавлено кое-что свое, а именно вот такая вот штука, то есть эта игра была заточена именно на строительство, и получалось очень довольно неясно, абсолютно все. А здесь она заточена на копание, при этом блоки тебе не отдаются. О, девушка, смотрите, какая неожиданность. При этом блоки тебе не отдаются. Я не хочу, чтобы до нас кто-то докопался. Темнее стало. При этом блоки тебе не отдаются. То есть смысл копать, если я могу купить этих блоков сразу, да? Даже не купить, если у меня сразу не есть. Я не вижу в этом тоже смысла особого. Тщетно бытие, на самом деле. Кто это еще? Ну закончишь ты, пожалуйста. Может там будет нефиль, скажем? Или как? Там нефиль, да, называется атомный трап. Я уже забыл. Незов, по-моему, незов. Вот, я думаю, там будет что-то вроде этого, потому что мы тоже копия Майнкрафт там должно быть. Как далеко мы уже прокопались? Go figure, ну давай же, удиви меня, игра. Пожалуйста. Еще раз хочу извиниться за то, что вы смотрите, это наверняка очень неудобно, в таком маленьком окошке, там справа видны линии, я никогда до этого не записывал в браузерах, я впервые это делаю, кроме Лиги 17, но там было по-другому маленько. Я впервые делаю вот такую вот штуку, я впервые таким вот образом записываю. Надеюсь, что вы простите меня за такой вот косячок маленький с моей стороны. Косячок, да. Потому что я впервые это делаю, да, и не особо-то мне хотелось как-то заморачиваться. Тем более вы и так видите не весь экран, только буквально там вверх и низ экран не видите. Ну там ничего и нет. Видите, блок рисован, который у нас здесь, большой такой. Я мог сделать еще и больше, и тогда было бы намного удобнее, на самом деле. Опять же, нет, косяк, я бы исправил, но сейчас уже есть смысл куда-то исправлять. Сейчас мы просто покопаем вниз еще немного, да? Сколько я копаю вообще? Ну и еще, конечно же, то, что нам сказали с самого начала. Как вы видите, да, с нами здесь играли. Кстати, тут только я есть? Нет, еще не я. Крутяк Уса есть. С нами. Это админ, видимо, да? С нами еще и играли какие-то школьники. Блин, он покинул на Амир.
ты! Ничего себе! Вот это был поворот! Не, вы видели? Меня просто заспавнили обратно. Это обалдеть просто. Где я копал-то? Эй, где моя ямка? Короче говоря, не важно. Ну ладно. Давайте, дайте мне блоков, чуваки. В чем ваша проблема? Я хочу блоков. У вас они есть. Почему админы никогда не дают блоков? Что это? Жмоты такие, что ли? Кстати, давайте дойдем до границы карты еще. На этом утешку закончим. Я избавлю вас от своего нудизма. Нудизма. Чё, от своей нудиты, потому что... Ага, тут с карты невидимая. Невидимая стена. А, вот, собственно, мы и забрались сюда. Мы хотели закончить, как только мы заберемся на эту башню, не забрались, так что. Мы можем построить башню еще выше из грязи. Знаете что, на этом я закончу и все-таки подвожу итоги, да? Копатели онлайн — это плохая копия Майнкрафта, она сделана убого, она лагает, она. Просто она убого сделана, у нее движок плохой, все. Графарство. Нет, ну понимаете, в Майнкрафте я буду сравнивать ее с Майнкрафтом, потому что это явно копия Майнкрафта. В Майнкрафте управление было куда удобнее. Мы могли строить под себя, мы могли как-то, ну, намного удобнее, несмотря на то, что еще анимация руки есть, да? Как-то удобнее чувствуется, и эта кирка еще постоянно сбоку. Здесь нет никакой стилизации. То есть в Майнкрафте стилизация была под кубики, да? Здесь ее нет, здесь у нас граничат круглые корзины с квадратным миром. Это не совсем вписывается в атмосферу, собственно, да? Это тоже очень большой минус. Ну и, собственно, комьюнити. Комьюнити это... Вы сами видели комьюнити с самого начала здесь. Я попытался ему подражать, попросил блоков, мне ничего не дали. Вы видели комьюнити, и надеюсь, вы поняли, что это за игра и почему лучше все-таки скачать Майнкрафт, даже не говорю о том, что купить, но лучше скачать Майнкрафт попросту. Найти какой-нибудь неплохой сервер, скажем, ну, я не буду говорить сервера, потому что есть один сервер, на котором я сам играл. Есть много уютных серверов, даже если они без модов, это довольно круто на самом деле. Без модов и плагинов каких-либо. Это все равно будет лучше, чем играть в копатель. Даже если там есть такие же люди, но наверняка вы найдете там адекват. А здесь адекватов вы вряд ли найдете, потому что все адекваты либо играют в Майнкрафт, либо не играют в этом вообще. Мне жаль эти 23 минуты потраченного времени. С вами был Денис, и спасибо за ваше время, которое вы потратили вместе со мной. Вот такой вот я человек. Дотянем до 23. До свидания.